Ребят, всем привет! Продолжаем играть в Assassin's Creed. Сейчас посмотрим, что мы с вами выполняли. Вестпойнт. А, в Нью-Йорке у нас задание, да? Я уже забыла. А почему я не могу туда переместиться? А, все, вспомнила. Нужно было шпионов найти здесь, ага. И у меня память заканчивалась, да, все, вспомнила. Вот, и я отключилась. Давно это было, поэтому могла забыть. А, еще у меня появилось желание поменять оружие. Я тут посмотрела ролики на иностранном канале. Ну, там нарезки какие-то делает. Это уже ремастерит, видимо, обновленная вот эта версия. И там он дрался каким-то молотом. Вообще классный урон, хочу посмотреть. Может, конечно, там мод и скачанное оружие, но я знаю, что здесь есть стандартное такое. Вот, и я хочу поменять оружие и вернуться в... Вернуться... Как мы вернем? А, ну сначала в Нью-Йорк вернемся, а там уже можно будет... переместиться в Дэвинпорт. Здесь почему-то не могу призывать лошадь, потому что, видимо, здесь совсем недалеко бежать. И хочу сейчас сразу же тогда, раз есть такая возможность. Да, есть такая возможность. У нас там что? Так, это Бостон. Да. Да, в Дэвинпорт в поместье. А, поменяю сейчас оружие. А, или... Что там еще можно было купить-то? А, ну в Нью-Йорке зайдем в магазин, если что, купим другое. Сейчас я возьму тогда это быстренько. Скорость минус один, урон плюс один. Комбо удар минус один. Скорость плюс два, урон плюс два, а комбо удар минус два. Боевая дубина Пантиака. Здесь что ли? Да. Посмотрим. Нет, там не такая дубина была. Она тоже с камнем на конце. Я не знаю, как она точно называется. Может, скачанное оружие вполне возможно. Исключаю. Но мне что-то понравилось, как он там всех разносил. Что-то у меня такая мысль проскользнула. Здесь опять какое-то задание появилось, блин. Это у нас фронтир. Во фронтире тоже задание появилось. Да господи. Вы замучили меня со своими этими заданиями поместья. Недавно во сне тоже мне кого-то седлали лошадь, и мне нужно было куда-то собираться. Очень красивый конь такой был, ухоженный. Такой очень яркий сон. Она выдыхается, и потом можно снова нажать на пробел, и она ускоряется. Но долго она так скакать не может. Мышка заглючила. Так, опять наши любимые друзья. А нет, это вот мужик, которого мы спасли в последний раз. Подходящий инструмент. И они договорились, что он, по-моему, что-то ему сделает. Оружие, наверное. Сказал, заходи ко мне. Я тебе смастерю что-нибудь на твой вкус. Дела, большой Дэй. Удалось вам выковать нож. Сталь, которую выплавил Норрис. Редко увидишь такой отличный металл. Но мои старые инструменты его не берут. Мне нужны другие. Их можно недорого купить в парочке лавок в Нью-Йорке.
Я бы и сам сходил, но меня ищут солдаты. Так что здесь для меня безопасно. У меня как раз есть дела в Нью-Йорке. Я загляну в лавку, когда буду там. Прекрасно. Да, мы, кстати, в Нью-Йорк собирались. Найдите обе части нового Молота Дэйва в Нью-Йорке. Я вообще не против. Заодно посмотрим, что там еще по оружию. Я же не все купила. В принципе, меня устраивает такой расклад. Так, а здесь у нас что? Во Фронтире задание какое-то. Что-то я не поняла. У нас вообще-то в Нью-Йорке много заданий. Мы этот город практически не зачистили. Там и второстепенных, и, наверное, прослушка, что-нибудь украсть. И все в таком духе, помимо этого. Страницы альманаха. Что на там еще появились задания. Нам нужно сжигать одеяло. Ну что там, оспа. Вот, как мы узнали. Отбираем у нищих, просто выхватываем у них одеяло, сжигаем, а потом объясняем, что это ради вашего блага. Хотя они сопротивляются. Но после того, как мы говорим, что это опасно для их жизни, очень сильно идите. Покажитесь к врачу, в принципе, все претензии к нам снимаются. Так, а что я бегу так? Это далеко нам вообще-то бежать? Да, подожди, куда ты пошел? Что тут за задание? У меня что-то мышка глючит. А, в Нью-Йорке у нас. В Нью-Йорке у нас задание. Почему так показали нам? Значит, в Нью-Йорк отправляемся. Как и, в принципе, собирались. По намеченному курсу. Так. Да-да-да. В Нью-Йорк. Переместиться. Да незачем мне моды устанавливать. Мне надо игру пройти. Посмотреть, чем закончилось. Да и все, я не планирую перепроходить. Самолет летит. Или вертолет. В общем, очень громко. Тут не очень далеко аэропорт, поэтому может быть очень громко. Ну, как сказать, недалеко, но все-таки видно, как взлетает самолет, поэтому очень громко. Да. Бывает. Так, а что я говорила-то? Я не помню. Секунду назад я что-то хотела сказать и забыла. Задание освобождения. Что-то у нас тут такое. Всего понемножку. А, ну у меня нет в планах, чтобы прям полная синхронизация была, если это не в ущерб нам, что нам какое-то прям важное задание закроют. Нет у меня такого, чтобы потом устанавливать шмотки. Нет. Ну, как бы так. Хорошо играю, мне вообще прекрасно нравится. Ногу сломает и будет не смешно. Ой. Ну, это бывает такое, да. Он за все цепляется. Когда удерживаешь правую кнопку. Я еще пробил, чтобы ускорялся. А, мы тоннели не все изучили в Бостоне. Но сейчас, ну, не сильно мне это прям надо. Прошу, поможете мне. Тоже собрать помидоры, пока вот эти вот к тебе пристают, хвала да? Небесам. Я собирал урожай, когда на меня напали. Хотел продать свое на ярмарке в городе. И я воспротивился, а они позвали подкрепление. Мне надо собрать все до конца, но один я их не сдержу. Вообще без проблем, мужик, мы как бы на твоей стороне. Мы за простых людей. За простых людей, которые честным трудом хотят себе заработать, а у них еще и последние отнимают. Не. Меня вообще такой расклад не устраивает, как бы. Ну, вообще отлично. Мне кажется, палка как палка пошла. Не воспротивится мне с такой палкой, с шипами на конце. Вот теперь настоящий мясник. Умеет,
Спасибо, друг. Я все быстро продам по обычной цене. Томми-то забирали все и взвинчивали цены. Так нельзя. Нельзя, я согласна. Охренели совсем. Паршивцы. Справедливость. Мы справедливость. У нас есть такое право, на самом деле. Что мы наведем здесь порядок? Они получат свое. Все, каждый. Независимо от пола. Мужчина это или женщина. Женщины не тоже хороши, я вам вижу. Что они там творят в Госдуме. Так что... Ну, это как бы один из примеров. Так что все хороши. Все по попе ата-та будет. Так, так, так. Идем дальше. Хрюшечка. Так, пойдемте. У бедных крестьян. Последние отбирают, платить нечем, а пофигу. Коллектор, короче. Злобные коллекторы, а мы с ними вот так поступаем. День добрый, сэр. Пришли. До свидания. Добрый день. И до свидания. Неприятное дело, но все да, равно спасибо. Неприятное. Теперь, вообще не могу сказать, что моей семье, не за что. Можно спать спокойно. Да если бы это было так, это в игре можно... Шо? Защитить семью от усиления? А я не защитила, почему красным-то отметили? А их выселили, да? Ах, что-то неправильно. Что-то им не понравилось. А! Слишком популярны мы тут. А кому заплатить мне печатники нужны? Что-то они как-то далеко. Пока я туда добегу. Пока. Может, я здесь объявление отклею? Серьезно. Почему у меня вообще оружие переключилось? Я сломала, что ли, свое оружие? Что-то не поняла. Это довольно странно. Нам бы в магазинчик сходить. Что-то мне понравилось, как я задание выполнил. Так. А, не-не-не-не-не. Нельзя показывать своими глазами. Да они тут везде. Да я спрятался за деревом. Как вообще так? Да все. Ты уж устал бежать, наверное. Отступись. Отступись, говорю. Черт. Этакий. Тебе не по силам поймать. Хотела выразиться, но ладно, буду. Так, прошу, поможете мне. Хвала небеса. Так, прошу. Поможете мне! У меня оружие-то какое включено, блин. Куда вообще моя палка-копалка делась? Я что-то не понимаю. Ловушки. Yeah.
Да. Сейчас я разберусь с вами. Кстати, я не поняла, куда у меня оружие делось. Ну, как всегда, вовремя. Да блин, куда у меня оружие-то это делось, а? Хорошее. Что за черт? Скажите, кто это сделал? Не знаю. Перезарядочка. Помогите, сэр. Сейчас, подожди, подожди. Мне точно надо откупиться от охраны. От охраны. Помогите, сэр, если не затруднит. Вот, держи его. Сейчас, подожди, мужик, я так и не смогу отсюда свалить, блин. Помогите, сэр, если не затруднит. Сейчас, подожди. Патроны нужны. Помогите, сэр, если не затруднит. У меня такой уровень популярности, что я сейчас вообще ходить не смогу. Мне придется к нему вернуться. Я могу через это? Объявление. Клеиваем.
Отклеиваем. Где эти охранники? Пройдем окольными путями. Может, чуть нас мотыга не огрел. Ну, так аккуратненько проскочили. Так, а что, где? А, ага. Детям-то все смешно. Ну, утеряно и утеряно. У меня тут дел по горло. С вашими страницами гоняться. Подождите, мне надо в магазин. Чего вообще с оружием? Чем оно утеряно-то? Где магазин? Вот, лавка смешанных товаров. Не вижу этот знак. Так, лавка смешанных товаров. Так, поближе сделал, развернул, что все видно было. Что тут у нас где? А здесь что-то я не вижу. Магазина. А почему? Я не вижу магазина в Нью-Йорке. Он сказал, в Нью-Йорке должен быть магазин. А, все поняла. Это, короче, знаете где? Вот здесь, наверное. Может, не здесь. Нету магазина. В Фронтире. Вот здесь есть. Оружие-то куда делось? Он его выбросил, я не поняла. Оно ломается через какое-то время. Его надо периодически покупать. Или его выкинуло. Хотела выхватить, может. Случайно. Выбросила. Что-то как-то оно так странно от нас куда-то улетело. Улетучилось. Как летучий голландец. Оружия нет его. Чего изволите? Так. А что, надо что-то продать есть? Наверное, дофига чего. Это я все не буду продавать. Ничего не было. Ой, когда все сделаем, что нам нужно, можно будет все продавать. Сейчас пока пусть лежит. Дайте посмотреть. Ух ты. Это у нас что? Дубина, приклад. Почему не написано урон и скорость, когда я вообще-то здесь собираюсь это покупать? Куплю-ка я это. Что у нас сломалось? Сейчас последний куплю, и он обновит. Тяжелое оружие появилось. А вот, вижу все, скорость. Цветок. Абордажный топор. Такой вот нам нужен. Ладно, я пока купила. Конечно. Сейчас поменяю на то обратно. Ну и что ты глючишь? Огнестрельно ничего не появилось, снаряды. О, появились снаряды. Наряд из Балтимора. Сейчас, подождите. У меня и ударное оружие. Вот это вот. Ага, жена. Покажись. Ну, тем плотненько так. Темненький, да? Побегаю. А можно купить все? Чем я могу вам помочь? И переодеться. Сейчас куплю все. Это...
И вот это. Из Филадельфии тоже купим. Сейчас переоденемся, посмотрим, что нам больше нравится. Вот, а что по поводу... Так, огнестрельное оружие. Скорострельное вообще. Вообще-то... Все куплено. Я выбрала из-за дальнего боя, да? Вот это вот, да? Что-то не особо нравится. Так, это все купила. Малое оружие. -2, -2. Достаточно денег. Че, я все потратил, что ли? И обычное оружие. Обычное это что? Что это? Да это вообще долго. Я вообще-то хотела тут же. Че, выбрала? Ты выбрала в прошлый раз. А, эти... Под наряды, карты. А карты есть какие-то новые, что ли? Наряды. Потребляем предметы. Стрелы у меня вроде купленные. Патроны. Ой, да это дротики. Дымовые бомбы тоже надо купить. Еще надо купить. Все. Максимум. Максимум. В принципе, и то тоже ничего было. Тоже ничего.